this guy, this amazing fighter in the world. Me? Yeah, come on. The most beautiful thing was the elbow he did in England once he fought in the cage. Cage was. Silva asserting his world dominance here as champion. Oh, and it's elbow, over. It's over. Elbow. Superb. This is why this man is middleweight champion of the world. Андерсон Сильва – один из сильнейших, если не сильнейший средневес в истории UFC, который в свое время просто играючи разбирал всех, кого ему только подкидывал Дана Уайт, но именно его аура непобедимости и сыграла с ним злую шутку. Крис Уайтман сумел прервать доминацию Сильвы и по сути закончил карьеру Паука, так как после была серьезная травма в реванше, проваленные допинг-тесты и одна победа за 6 лет, что конечно немного подпортило его великое наследие. Сегодня мы вспомним весь ранний бойцовский путь Андерсона Сильвы, который в свое время успел засветиться на самых разных континентах и поучаствовать в самых разных турнирах, от суровых бразильских боев по валитудо до переполненных арен Прайда. Если бы в то время уже существовало SSFC, то наверняка Паук бы выступил и там. Это совершенно новый формат проведения турниров, который понравится всем олдфагам, так как он проводится в виде турнира восьмерки, то есть бои на выбывание. Плюс его главная уникальность – это то, что каждый раунд как отдельный вид соревнований. Первые бойцы дерутся по правилам кикбоксинга, второй по грэпплингу, ну а третий, до которого доходит только самый универсальный – бой по MMA. Турниры проводятся каждый месяц, и самое главное, никаких платных трансляций. Зачем платить, если можно все это посмотреть на их YouTube-канале, ссылку на который я оставил в описании. Так что переходите, смотрите и передавайте от меня привет. Я начал тренироваться, когда мне было 8. В этом возрасте я уже начал получать по лицу. Мне доставалось от более крупных детей. Мне было всего 8, но я был довольно высоким. Я был нарушителем спокойствия, смутьяном. Часто дразнил крупных парней. Мне попадало на тренировках, и я мог заплакать. Они говорили: «Он здесь больше не появится, ноги его здесь не будет». Но каждый день я возвращался, вставал лицом к лицу с ними и говорил: «Ты хочешь побить меня? Я посмотрю, как ты попробуешь сделать это». И тогда мне, конечно, снова доставалось. Я любил дурачиться с ними. Но в то время, как мои задиры не хотели учиться и развиваться, я хотел. Пока они дрались друг с другом просто так, я учился. Со временем я стал лучше их всех. Свой бойцовский путь Сильва начал с тэквондо и джиу-джитсу, а затем увлекся муай-тай, занимаясь в легендарной академии шутобокс, которая воспитала ни одного чемпиона. Дебют для Сильвы состоялся в 97-м на бразильском турнире BFC. Паук выиграл 2 боя за вечер, и если с Раймундо Пинейро он особых проблем не испытал, задушив того на 2-й минуте, то в финале он провозился довольно долго и лишь на 26-й минуте сумел остановить 18-летнего джитсера Фабрисио Камоэса. После этой победы Паук не дрался до 2000 года, а по своему возвращению сразился против еще одного бойца шутобокс Луиза Азареду на турнире Мека Валитудо. В этом поединке Луис вел себя не совсем адекватно для базового кикбоксера и бойца шутобокс. Он пытался повторить что-то из Камасутры, и весь первый раунд его яйца были на голове Сильвы, которого Луис залеживал просто в одну калитку. Во втором раунде Паук решил отыграться в стойке, но Луис нырнул в ноги и снова перевел Сильву вниз, где и удерживал до самого окончания поединка. Так что его план на бой отлично сработал, и по итогу он забрал победу решением судей, которая, пожалуй, стала самым большим достижением за всю его карьеру. У Жозе Барретта не оказалось силенок, чтобы перевести Паука вниз и по примеру Азареду залежать, а в стойке у него было очень мало шансов против Сильвы, так что нога в голову и нокаут на первых минутах, как закономерный исход данного боя. Dans les secondes qui viennent, il va être noyé sous les coups, des coups puissants. Oh là là, le high kick! Такое же несчастье постигло и Клаудио Фонтенелли, который представлял какой-то дикованный стиль джиу гритай. Он тоже не смог перевести Паука на канвас, за что в него полетели колени всех калибров.
Сначала летящая, а затем по классике фаталити из тайского клинча. Так что Клаудио хватило всего на 4,5 минуты, после чего Сильва праздновал очередную досрочную победу. Съездив в японскую организацию Шуто и побив решением Тацуи Като, Паук вернулся в Бразилию, где ему на свою голову попался ученик Марка Хуоса, Израэль Альбукерке. Если бразилец нормального человека пытается из такого положения душить, то Паук уничтожает локтями и заставляет Израэля сдаться от ударов, а подобную сдачу считают самой унизительной. Лишь в августе 2001-го Паук наконец-то сошелся с бойцом с именем, и им оказался Хаято Сакурай, который к тому моменту являлся чемпионом Шуто в среднем весе и рекордом 18 побед и 0 поражений. При этом на его счету были скальпы Фрэнка Трига и Каула Уно, каждый из которых бился за пояс чемпиона UFC. В первом раунде Сакурай переводил Паука вниз и контролировал на канвасе, при этом без особых попыток финишировать. А вот в концовке второго раунда Паук включился на полную. После серии точных попаданий в стойки он оказался за спиной у соперника и из бэкмаунта принялся бомбить чемпионский кумпол, а затем провел прием, но не успел придушить Хаято, так как прозвучал гонг. В третьем раунде Сакурай перевел Андерсона в партер и контролировал его на канвасе половину раунда, но как такового урона особо не нанес. В то же время Паук забрал концовочку и выиграл данный бой единогласным решением судей, став новым чемпионом Шуто в среднем весе и первым, кто сумел побить Хаято Сакурая. По возвращению в Бразилию Паук с помощью красивейшего свипа прибил Роуна Карнейра и, доведя свой рекорд до 8 побед и 1 поражения, получил приглашение в Прайд. По иронии судьбы, первым соперником Паука в Прайде стал Алекс Стиблинг, боец, которого прозвали убийца бразильцев, и из своих 14 боев он не смог выиграть только один, уступив решение Марку Хьюзу. Поединок начался с неторопливой разведки одиночными ударами, а затем Паук всадил дважды сочную двойку в голову Стиблинга. Этот мощный хайкик навстречу от Сильвы не помешал Алексу перевести бой на канвас, но помешал ему его продолжить, так как из-за глубокой сечки рефери остановил бой и Андерсон одержал свою первую победу в новой организации. Его второй бой мог бы получиться таким же коротким, но японский боец Александр Ацука сумел выбраться из казалось с безнадежного треугольника и остался в игре. Паук весь бой пытался засабмитить Ацуку и несколько раз выходил на прием, но Саня показал хорошую защиту от сабмишена и довел бой до решения судей, которые единогласно отдали победу Сильви. На турнире Pride 25 Пауку подкинули парня посерьезнее, им стал бывший чемпион UFC, канадский ронин Карлос Ньютон, который в те времена, пожалуй, считался одним из лучших грэпплеров в мире. Карлос довольно быстро сумел перевести Сильву на канвас и занять сайд-контроль, а затем и фулл-маунт, так что дела Паучи были очень плохи. Когда рефери поднял бойцов на ноги, Сильва подловил момент и влетел в голову Ньютону летящим коленом, после которого были жесткие добивания и остановка рефери. То, что произошло с Сильвой в следующем поединке, могло закончить его карьеру, так как это фиаско он принял слишком близко к сердцу и засомневался, сможет ли он вообще добиться успеха в боях. Это был поединок против японского бойца Даю Такаси, который был явным андердогом и к тому моменту имел всего 4 победы и 7 поражений. Но все эти факторы не помешали ему поймать Сильву на треугольник в конце первого раунда и заставить постучать. Ele e o irmão dele assim vieram e deram uma força, assim, foi bem bacana, assim, porque foi de outro, eu vou ter que estar sempre agradecendo esse cara.
трудно. Мы не лучшие, но можем стать лучшими. Для всех нас и тех, кто похож на нас. Это поражение от японца надломило Сильву и заставило в себе усомниться, но не бросить бои ему помог Минотавр Нагейра, который пригласил Паука вместе тренироваться, а спустя 2 года вручил ему черный пояс по джиу-джитсу. А в дальнейшем именно Сильва также помог Нагейре перейти в UFC после того, как Прайд потерпел крушение. Андерсон ровно на год покинул Прайд, и за это время он выиграл 2 боя решением судей в менее популярных лигах и отправился на поединок в Англию. Это был чемпионский бой за пояс Cage Rage в среднем весе против одного очень отмороженного, но интересного парня. Его имя Ли Мюррей по прозвищу Молния. Это боец, который по слухам по синей лавке вырубил Тита Ортиза у клуба, а после нашего боя с Сильвой он организовал и провернул одно из самых крупных ограблений банка в истории и вынес порядка 90 миллионов долларов. Но это он сделал после, а тем вечером он дрался за пояс чемпиона и, судя по стердауну, хотел пустить Пауку кровь прямо на вешалке. JJ, when's the last time you saw something like this at Bose? Oh, good kick by Silva. He's rocked Lee. На первой минуте Сильва потряс Мюррея хайкиком, а затем зацепом перевел в партер. Удерживать молнию на канвасе не вышло, и Паук решил сделать из ног соперника лягушачьи лапки, разбивая их мощнейшими стомпами у сетки. При этом в этом поединке бросалось в глаза, что хоть Сильва и превосходит Мюррея в ударке, но он не хочет с ним стоять в стойке и при каждой возможности переводит соперника в партер. В начале 2-го раунда последовал небольшой размен, после которого Паук снова попытался провести тейкдаун, не желая рубиться с Мюрреем, который, кстати, годом ранее наглухо вырубил еще одного бразильского шутобоксера Хосе Ланди Джонса. В 3-м раунде Сильва наконец-то бросил все эти тейкдауны и обрушил на молнию целую серию киков, а затем даже оформил нокдаун, но не смог финишировать оппонента. Так что эта встреча прошла все 3 раунда, и по их итогу победу единогласным решением одержал Андерсон Сильва и стал новым чемпионом Cage Rage в среднем весе. Ну а Мюррей вскоре совершил свое историческое ограбление и подался в бега. На волнах радости Паук вернулся в Прайд, но к большому удивлению снова потерпел фиаско. В этот раз он напоролся на другого японца Рё Чонана, который был не таким большим андердогом, как Такаси, но также сумел удивить. Чонан исполнил ножницы и закончил бой с круткой пятки, тем самым поставив крест на выступлениях Паука в Японии, так как после этого поражения Андерсон больше в Прайде не дрался. Сильва вернулся в Cage Rage, чтобы отстоять свой пояс в бою против Хорхе Риверы, который, видимо, очень не хотел быть в клетке тем вечером, так как большую часть боя он просто перекрывался от ударов и позволял Пауку творить все, что тому хочется. Как итог, нокаут и первая успешная защита для Сильвы. Baço, no corner vermelho. Vai sentindo ali, o Negão sentiu o baço, hein? O Negão sentiu o baço. Проведя профи-бой по боксу и оформив нокаут Хулио Сезару, Андерсон вышел на вторую защиту против Кёртиса Стаута, который являлся очень мощным нокаутером с бешеным левым хуком. Кёртис напоминал Манхуфа не только внешне, но и своей взрывоопасностью, потому Паук решил его сразу перевести и охладить в партере. Почти весь раунд прошел на канвасе, и в конце этого раунда Сильва серией мощных амплитудных ударов финишировал Кёртиса и отстоял свой чемпионский пояс. После этой победы Андерсон принял участие в гран-при полусредневесов, которое прошло на Гавайях в организации Rumble in the Rock, а его соперником стал еще один японец Йошина Ками. Бой начался с лоу-киков от Паука и неудачных тейкдаунов от Аками. По ходу боя было видно, что в стойке японцу ничего не светит, так как Андерсон был на 2 головы выше. Поэтому японец очень сильно хотел бороться и наконец-то смог перевести Паука на канвас. В
Феноменальная работа от Сильвы на спине, который щелкнул японца апкиком и отправил того в нирвану. Андерсон, конечно, красавчик, но этот удар оказался нелегальным. У Оками было два варианта развития событий – прийти в себя и драться дальше, либо получить победу дисквалификацией соперника. Японец выбрал второй, более полезный для своего здоровья вариант, что очень не понравилось как публике, так и самому Сильви, которому толком не объяснили правила, и он даже не знал, что подобные удары запрещены. Вот так Юшин победил Сильву и прошел следующую стадию турнира, а спустя 5 лет Дана Уайт преподнес его на блюдечке пауку, который шел уже на серии с 14 побед подряд, и Андерсон с превеликим удовольствием избил своего старого знакомого. Оками стал последним японцем, которому удалось выиграть бой у Сильвы, так как после нокаута обратным локтем Тони Фрикланда, о котором мы уже сегодня вспоминали, Паук отправился в долгое и очень увлекательное путешествие в UFC, где стал настоящей легендой и одержал 16 побед подряд, удерживая титул с 2006 по 2013 год. Так что даже невзирая на невыразительные выступления под конец карьеры, место в зале славы, я думаю, ему точно гарантировано. Вот таким был путь Андерсона Сильвы до UFC, где он порой спотыкался о японских богатырях, о которых далеко не каждый вообще слышал. Ну а затем ворвался в UFC и навел там шороху, что эхо слышно и по сей день. Но у меня на сегодня все, друзья. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Мы не лучшие, но можем стать лучшими. Для всех нас и тех, кто похож на нас.